Дорогие друзья, представляем галерею работ международной выставки детского творчества «Завещание предков». Для ее формирования Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации объявил конкурс, на который со всей страны и из-за границы поступили детские творческие работы. Живопись, графика, малая скульптура, вышивка, гобелены, изделия декоративно-прикладного творчества, презентации, видеоролики, мультфильмы. Пришло более 500 работ. Все они созданы по мотивам сказок, легенд, преданий и обрядов финно-угорских и самодийских народов. Перед вами персонажи Калевалы, легендарная Зарни Ань, почитаемые на севере медведь и ворон, герои мифов о сотворении мира и целая галерея сказочных персонажей. Выставка регулярно демонстрируется в регионах России. Часть работ в рамках благотворительных акций передана в социальные и детские учреждения, культурные и образовательные центры. Посмотрите и вы по-новому, детским взглядом, на культурное наследие наших предков.